На конкурс дети читают стихи. Бердникова Полина, 7 лет. Школа 52, город Ульяновск. Михаил Владимиров. Мир и дружба. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете.